загадочная часть бутерброда – колбаса. Есть ли в ней мясо? Это фарш с костным остатком. Кто делает колбасу сюрпризом? Вот такой предмет мы нашли недавно в колбасе. Совсем не ожидали такого видеть. Почему изменился вкус докторской? Ее могут перерабатывать в низшие сорта. Зачем нас обманывают производители? Мне там не особо нравилось вот это вот именно качество продукции. Немножко мухлёж там есть, конечно. И как продавцы дают вторую жизнь испорченному продукту? Крупные торговые сети просроченную колбасу перерабатывают в кулинарию. Это программа «По счетам». Давайте разбираться, за что мы платим. Гостовская докторская за 2,20 старыми деньгами. Символ советской эпохи вызвал не только ностальгию, но и нешуточную давку летом 2011-го. Запах халявной колбасы настолько задурманил голову кемеровчанам, что они в буквальном смысле дрались за батончик докторской. Нету колбасы больше, расходимся. Чудом обошлось без жертв. А раньше докторской лечились. Ее рецептуру разработали в 1936 году для поправки здоровья населения после гражданской войны. Отсюда и название. Лечебное значит докторское. То, что доктор прописал. В ее состав тогда входили говядина высшего сорта, полужирная свинина, яйца, молоко, соль, сахар, мускатный орех или кардамон. И ни грамма сои или крахмала. Ешь и поправляйся. В 1974-м разрешили вводить в состав колбас до 2% крахмала или муки. Постепенно все новые добавки подменяли собой мясо, и теперь уже никто не посоветует лечиться докторской колбасой. Что за компоненты в ней содержатся сейчас и какого они качества? Как говорят колбасники, что положено в колбасу, знает только тот, кто туда положил. Главное, чтобы получившийся результат был съедобен и без цианистого калия. Колбасу делают из туалетной бумаги. Некоторые потребители в этом уверены. Но как на самом деле? Виталий знает о колбасе все. Вся его жизнь связана с мясоперерабатывающим производством. За 22 года сменил около 10 предприятий. Большие заводы и маленькие колбасные цеха. Товарищи спрашивали, говорят, как, говорит, вот колбасу, говорит, можно добавить туалетную бумагу. Я говорю, извините, говорю, я много раз, говорю, подобное слышал. Но я говорю, сам по себе, говорю, представить не могу. Вот ты, говорю, дома попробуй. Возьми фарш, вот котлетки собрался, вот возьми фарш, нарви туда туалетной бумаги, перемешай и посмотри, говорю, получится у тебя котлетки или нет. Если получится, посмотри, на какого качества они получатся у тебя. И сравни с той колбасой, якобы в которую добавили туалетную бумагу, как ты считаешь. Он говорит, да ну, говорит, как так, говорит, ну невозможно. Я говорю, вот и я про что. Невозможно. Потому что бумага есть бумага. Давайте колбасу будем добавлять траву, опилки. Несмотря на то, что туалетной бумаги в колбасе нет, в ней есть много других интересных компонентов. Виталий работает обвальщиком, отделяет мясо от костей и много чего повидал. В маленьких колбасных цехах я работал, что мясо, которое уже немножко по сроку, больше его на помойку надо утащить, нежели добавлять в колбасу. Покупается где-то подешевле, похуже качеством, выдается вроде как оно за хорошее, и берется просто 50% хорошего мяса и 50%, так сказать, немножко подпорченного, заветренного, то, что на рынке не успели там продать, то есть не имеет просто товарного виду. И когда все это вместе дело перемешиваешь, оно в принципе получается вроде как качественное. На первый взгляд даже по вкусу определить очень сложно. Можно даже просто мясо, которое уже, так сказать, скисло, немножко обработать горчичкой, и будет у нее вкус, соответственно, мяса. Можно мясо выморозить, то есть оставить на длительный срок в камере, допустим, глубокой заморозки. И с него просто уходит вот этот дурной запах. Такие серьезные нарушения бывают на маленьких полулегальных предприятиях. Их главная цель – больше прибыли. Но если делать продукцию из откровенного гнилья, заметят не только покупатели. Те, кто травится подпольной продукцией, обычно жалуются в контролирующие органы. Проблема, с которой мы сегодня сталкиваемся при проведении проверок, надзорных мероприятий, это попытки фальсифицировать то сырье, которое используется для производства той или иной колбасы. По словам сотрудников Роспотребнадзора, в год они выявляют около 4% некачественной колбасы. Основные нарушения на предприятиях – это плохое санитарное состояние и отсутствие контроля производства. К тому же не все изготовители честно выносят на этикетку ингредиенты своего продукта.
Те, кто бывают на колбасном производстве, говорят, что теперь больше не едят колбасу. Например, Алик Марков, аналитик продаж. Ему по работе часто приходится заезжать на мясоперерабатывающие предприятия. Говорит, небольшие цеха больше похожи на сараи. Реально следы грязи на полу, пыльно, душно. Ну, я бы не сказал это теми условиями, которые должны быть. Могут мыши бегать спокойно. Они могут даже попадать в перерабатывающий комбайн. Этого просто никто не заметит. Наши эксперты сходятся во мнении, что настоящую колбасу, как раньше, сейчас днем с огнем не сыщешь. Они, можно сказать, все ПТУ, поскольку по ГОСТу прописаны определенные условия, как они должны готовиться, с какой рецептурой. А чаще всего производители это не соблюдают. Почему? Это дорого, это невыгодно. Колбаса, которая будет сделана по ГОСТу, настоящая, из настоящих продуктов, она будет стоить в пределах 400 и выше рублей. Бывает, что немножко добавляют, допустим, самый популярный сейчас у нас соевый белок. Но в ГОСТовскую уже не могут добавить. Но почему не могут? Могут разве? Есть такие люди-техушники, которые все-таки ради выгоды что-то кого-то делают. Любое предприятие работает ради выгоды. По словам Виталия, даже крупные заводы порой грешат подменой ингредиентов. Более крупного, допустим, как крестьянское хозяйство Волково. Мне там не особо нравилось вот это вот именно качество продукции. Не особо. Ну, там немножко другие составные. Мухлевали, да? Немножко? Да, немножко мухлёж там есть, конечно. Тем более он сейчас птичник купил, у него очень много идет птиц. Очень много птиц идет. Там, где должно быть мясо. Курица, во всяком случае, съедобный ингредиент. А вот вещь, которую съедобной даже с натяжкой не назовешь, в колбасе от новокузнецкого производителя нашла кемеровчанка Екатерина. Это кусок какого-то механизма. Вот такой предмет мы нашли недавно в колбасе. Совсем не ожидали такого видеть, но что-то скрипнуло на зубах. Ужасное. Нет. Ну, было, наверное, счастье в глазах, потому что не попало это в организм, как бы. Потому что, ну, а в колбасе разочарование полное было, конечно. Такую колбасу девушка купила впервые. На прилавке лежал отрезанный кусок армавирской. Такой симпатичный, что сразу захотелось попробовать. Это новый кузбасский производитель – Колбасар, сказали нам в магазине. А это что за производитель такой? Это самое интересное. А она давно появилась, вот Колбасар? Недавно. Недавно, да? Не знаю. А, это она вот так вот, да, идет в вакууме? Так, посмотрим, да, колбаса полукопченая, армавирская, торговая марка Колбасар, состав говядина, свинина, шпик, соль, специи. А, так, произведено МК, КТМ. Странно, в составе не указано, что в колбасе могут находиться металлические предметы. Видимо, производитель решил сюрприз сделать. Проблема нехватки своего мяса, особенно говядины, у нас стоит остро. Практически ни на одном мясокомбинате сегодня нет убойных цехов. Поэтому переработчики используют импортное мясо. Дания, Бразилия, Аргентина, Германия, Франция, Китай, США. Чем они кормят скотину, которая сейчас на 95% является сырьем для отечественных колбас? И сколько она скиталась по холодильникам разных стран и континентов, прежде чем попасть в Россию? Простым смертным неведомо. Оно хранится годами в холодильниках. Это мясо мороженое, перемороженное. Поэтому сделать из такого мяса хороший мясной продукт очень сложно. Именно это вызывает использование в мясной промышленности там десятки всяких добавок используется, пищевых добавок, ароматизаторов, загустителей, разрыхлителей, структурообразователей. Громадные десятки, сотни веществ используются для того, чтобы как влагоудерживающие вещества. Делать деньги на воде – главный принцип мясоперерабатывающей индустрии. Чем лучше продукт удерживает влагу, тем дешевле его производство и тем больше можно получить прибыли. Денис Адаменко руководит компанией по производству добавок для мясопереработки. Благодаря достижениям его фирмы колбасы потрясающе пахнут мясом. Мы поинтересовались у Дениса, из чего делают колбасу за 50 или 100 рублей, которая лежит на прилавках кузбасских магазинов и расходится, как горячие пирожки. Однозначно можно сказать, что там мяса, наверное, содержится немного. Вот. Ну, много, наверное, воды. Чем эту воду удержали в этой колбасе? Ну, в общем, это уже вопрос, наверное, который
на который может ответить лабораторное исследование. Применяются, конечно, специальные добавки, гидроколлоиды, каргинаны. В низкосортных колбасных изделиях это достаточно распространенное явление. Каррагинан, красители, фосфаты, соя, крахмал, костная мука, глютамат натрия, нитрит натрия и еще десятки пищевых добавок. Все они применяются в колбасных изделиях с целью улучшения цвета, усиления вкуса, увеличения веса, оберегания от размножения болезнетворных микроорганизмов. Эти добавки можно найти в колбасе, изготовленной не только по техническим условиям, но и по ГОСТу. Кто-то, может быть, откровенно занимается фальсификацией продукции, то есть нарушает рецептуру, которая предписана, например, тем же самым ГОСТом. Данного вида, соответственно, для докторской консистенции, ну, такая, на четверочку. Почему? Потому что включение видно, разработка не очень хорошая. Ну и, соответственно, присутствие вот таких вот соединительной ткани говорит о том, что, возможно, сырье было использовано несколько ниже. Дополнительные всякие оригинальные, отличные, буковки К, там всякие разные, не допускаются при выработке. А если посмотреть вот на состав как раз и ГОСТ, это или ТУ, что там написано? Да, это ТУ, конечно. Это ТУ, ну то есть она тогда все, что я говорил раньше про мясной состав, то есть, видимо, тут все уже отменяется, то есть, как бы, да, наверное, можно было применять в этой продукции и сырье не высшего сорта. То есть, если написано ТУ, они могут запихать что угодно? Они могут запихать все, что написано в рецептуре и в составе. А если вот мы посмотрим на состав, что он очень, очень большой и совершенно точно отличается от ГОСТовской, докторской значительно. Производитель этой колбасы честно вынес на этикетку абсолютно все ингредиенты. Черкизовский мясокомбинат – крупное предприятие. Видимо, ему очень пристальное внимание уделяют контролирующие органы. Говядина, птица, мех обвалки. Что значит? Это самая низкая сортность мяса. Птица, какое только может быть. Это фарш с костным остатком. Пик, вода, животный и сывороточный белок, крахмал, соль, сахар, специи, фосфаты, глютамат натрия, ароматизатор мяса, идентичный натуральному, загустители, камеди дегуарова, эксантанова и рожкового дерева, антиокислитель, пищевой краситель кармин, нитрит натрия, практически таблица Менделеева. Эта колбаса не докторская, а докторская оригинальная. Изготовлена она по техническим условиям, которые придумал производитель, и делают ее для тех, кто невнимательно читает упаковку. Мы нашли колбасу, в которой мяса нет совсем. Она вегетарианская, изготовлена только из растительного сырья. Если мне отрезать мясную колбасу, все равно я уже чувствую, что это мясная. Уже организм настолько, наверное, привык, что же чувствую, у меня даже вот от запаха мясной вот тошнит. Главное, что при изготовлении этой колбасы никого не убили. Пробовала сервелат, пробовала салями, ветчину пробовала. Вот такую колбасу, вот она называется, вареная вегетарианская колбаса. Есть еще копченый сыр, но пока вот еще не добралась. Эта колбаса для тех, кто не ест мясо, настоящая находка. Обладает пониженной калорийностью, по количеству насыщенных жиров мало уступает мясным изделиям. Но по запаху и внешнему виду она все-таки похожа на обычную дешевую колбасу по 50 рублей за батончик, в которой мясо можно долго искать и в итоге не найти. Лично я видела рецептуры колбасы, когда всего 10 килограммов мяса берется, а получается 100 килограммов колбасы за счет внесения других недорогостоящих ингредиентов. Поэтому, конечно, такой продукт, его следует считать суррогатом, то есть подобным мясу, но мясом или мясопродуктом как таковым не являющимся. В погоне за рентабельностью колбасники подмешивают к мясу размолотые в муку кости животных, ушки, рожки, копыта, свиную шкурку и другие субпродукты. Ну и, само собой, растительный белок, ту самую ненавистную потребителю сою, которая имеет восхитительные свойства увеличивать свою массу в 6 раз за счет добавления воды. То есть добавление чуть больше той же свиной шкурки. Вот. Оно на качество влияет не очень-то сильно, но по деньгам получается гораздо выгодней делать такую колбасу, нежели, допустим, с одного из чистого мяса. Бывают крупы, элементарная перловка, вот. Манка, самые такие распространенные. Да, для содержания, допустим, задержания той же влаги в колбасе, чтобы она не теряла вес, можно добавить крахмальчику. Будет более такая изысканный вид, такая консистенция приятная.
Ну и по деньгам, сами понимаете, сколько стоит одно, сколько другое. То есть... К тому же известны случаи, когда колбасу делают из колбасы. Эта колбаса не заражена. Если она не подверглась, скажем, обсеменению, если там нет плесени, и тем более вторичных метаболитов, скажем, грибов микроскопических, то есть, то ее могут перерабатывать в низшие сорта. Но это по заключению ветеринарной службы. Дороже, значит, качественнее. Если говорить о колбасе, зачастую это так. Но не стоит ждать чудес от деликатесов за несколько тысяч рублей. Просто они иностранного производства и пока ехали к нам, выросли в цене. Вот все сырокопченые колбасы имеют очень высокую калорийность. Влаги мало, соответственно, калорийность растет, потому что больше сухих веществ. Но соотношение белок-жир опять очень неблагоприятное. Там жир – преобладающий компонент. То есть, покупая колбасу за 500, за 600 рублей, мы в первую очередь с вами покупаем опять-таки жир, который, ну разве он столько стоит? Вот. Можно сало шпик поесть, и ты получишь то же самое. По какой цене покупать колбасу – дело каждого. А вот как покупать – это целая наука. Колбасные оболочки, они должны очень плотно прилегать к фаршу. Не должно быть там полости, заполненных водой, или каких-то вот включений, или вообще вода не должна отделяться. Это, если это мы наблюдаем, значит, это не соответствует, это колбаса по содержанию влаги. Мы прошли по крупным супермаркетам «Кора», «Палата» и «Поляна» и посмотрели, как соблюдается это правило. Ну вот, вот такое вот мясо лежит в магазине. Вакуумом это назвать сложно, я думаю. Изготовлен 21 марта и годен 30 суток продукт. Ну, вот такой продукт, я думаю, никто не купит. Явно здесь вакуум нарушен. Сервелат. Колбаса варено-копченая, высший сорт охлажденная. Вот здесь вода, прям видно, что течет она. Выгодная покупка, разумная цена, но вот воды вот столько здесь. Прям аж... Течет тут все. А здесь вот почему-то вода прям. Видите? Вакуум же не должен быть такой. Ну, это вот просто раз вакуум. Так она у вас почему-то вся раз вакуум. Я вот какую не беру, она вот вся такая, вот здесь жидкость какая-то у нее. Нет, в принципе, вода должна течь, но не сильно. Должна течь? Да. А по-моему, если вакуум, то вообще ничего не должно течь. Разве нет? А вот это нормально, что вода здесь? Нормально, вот вода там прозрачная, видите? Ну как, она не очень, она желтоватенькая такая. Ну, у нее такой, рассолечка такая. Оказалось, продавцы уверены, что колбаса должна купаться в рассоле, как маринованные огурцы. Еще один важный параметр, на который мы обратили внимание – срок годности. Потребителю следует знать, что хранится-то такая продукция может длительное время, только в случае, если батон целый, не вскрыт, не разрезан. А как только вскрывается батончик колбасы, то срок годности этой продукции становится сразу же 12 часов. То есть употребить ее надо в течение ближайших суток. Оказалось, продавцы это правило тоже не знают. А скажите, а вот та, что разрезанная, она долго хранится? Ну, в смысле, она же порезанная уже. На день, да, должна храниться, нет? 5 суток она разрезанная может лежать? Несколько сортов колбасы в супермаркете «Поляна» показались нам странными. У них явно были отрезаны хвостики с клипсами, на которых обычно стоит дата изготовления. Колбаса упакована в вакуум, а сверху обычная наклеечка. Это они так приходят или это у вас в магазине переупаковывают? Ну нет, приходят такие. Приходят такие, вот с обрезанными, да, вот этими металлическими кончиками? Когда они вакуум упакуют, они срезают. Срезают? А зачем? Ну не знаю, там мешает или как. Мешает? Ну там же срок годности, просто я вот, например, без срока... Срок изготовления же, да, там должен быть указан? Просто я без срока изготовления боюсь брать колбасу. Ну, здесь вот это, да? Да. Ну, вот такую я могу приклеить. Тут же, по идее, это должна стоять дата изготовления на упаковке. Почему нет-то их? Ну, они все, говорю, приходят вот такие вот. Они приходят в этих мешочках. На мешочках должно быть написано, когда изготовлено. Вот как на вот этой написано. Ну, мы же ее не будем на все переклеивать. А вот написано дата изготовления и упаковывания, и ничего здесь не приклеено. А где посмотреть-то? Ну, говорю, они приходят в упаковке. Но? Их там несколько штук. Вот мы их в упаковку открываем и запальцовываем. Но оно тоже свежее, но шло в эту.
никак не узнаем, когда она была изготовлена, эта колбаса. Остается поверить на слово, но продукт без даты изготовления есть опасно. Колбасные оболочки могут покрываться плесенью. Раньше экономные хозяйки протирали их растительным маслом, а сейчас это делают продавцы, которые хотят нам продать тот продукт, который продавать нельзя. Запомните, на колбасе не должно быть никакого налета. А если появился, есть такой продукт, категорически нельзя. Если мы обнаруживаем признаки ослизнения, причем в первую очередь ослизнение появляется вот в месте, скажем, закрепления оболочки, вот здесь, а потом только уже она распространяется на все. Так вот, о чем это говорит? Это размножаются гнилостные бактерии, которые называются протеи. Таким образом, если оболочка скользкая, но запах еще и цвет не изменился, это говорит о том, что процессы гниения в этой колбасе уже начались. Я настоятельно рекомендую избегать покупки такой колбасы. А если у кого-то в силу забывчивости, в холодильнике такая беда случится, колбаса все-таки испорчена, я настоятельно рекомендую отказаться от потребления такого продукта, потому что это на самом деле опасно достаточно серьезным пищевым отравлением. И еще одна информация от наших экспертов, которую тоже нужно знать. Крупные торговые сети просроченную колбасу перерабатывают в кулинарию. Что-то из нее готовят. Могут сделать те же салаты, могут также ее пожарить и что угодно могут с ней, в принципе, сделать. А там не подскажете, какая туда колбаса идет? Куда? В пиццу. Ветчина, колбаса полукопченая, это идет все сюрприз. Какая есть, я не знаю, какой какую дают, так куда. Нет, просто колбаса отдельная приходит или вот как бы там... Отсюда берут с прилавка, то же самое. Даже если это и так, какая колбаса лежит на прилавке, мы уже видели. Итак, мы выяснили, что в колбасе мясо все-таки есть, но чаще всего оно замороженное, полумертвое из-за границы. Даже в ГОСТовской колбасе могут содержаться лишние ингредиенты, например, соя или крахмал. Вода в современных колбасах – основной продукт. Чем дешевле сырье, тем больше прибыли – главный принцип производителей. Покупать лучше колбасу от крупных предприятий, но даже они грешат подменой состава. Магазинам главное – продать товар. Колбаса там может храниться месяцами. Обращайте внимание на перебитые даты изготовления. И напоследок, не давайте себя обманывать. Правильно читайте этикетку. То, чего в колбасе содержится больше всего, находится на первом месте, чего меньше всего – на последнем. Если состав напоминает периодическую систему Менделеева, лучше такой продукт не покупать. Колбаса – это русский фастфуд. Есть его, конечно, можно, но не каждый день. Я для себя решила, лучше куплю кусок мяса и сварю. Это была программа «По счетам». Увидимся!